Дом для туристов с вековой посудой, коврами и печью-лежанкой открыли в Севериновке. Это в Каменском районе. Идея местной семьи Зубко. Помог грант из бюджета. Подробности далее. Севериновка, Каменский район. Дом для туристов. Деревенская благодать. На открытии хлеб, соль для гостей. Хозяйка проводит экскурсию. В доме молдавский колорит. Ковры, вековая посуда, печка с лежанкой. Много старинных предметов. В остальном современный комфорт. Заменили полностью крышу, окна, построили веранду, навес, облагородили территорию. И, конечно, работы еще не закончились полностью, еще предстоит. Но уже туристы могут приезжать, могут отдыхать, и вы можете увидеть, как все оформлено в традиционном национальном молдавском стиле. На открытии председатель райсовета Каменского района Олег Бурлака, представители торгово-промышленной палаты. Отремонтировать дом помог грант из бюджета. Это по госпрограмме развития туризма. Идея создать гостевой дом у Натальи Зубко появилась, когда она посещала школу бизнеса при ТПП. Успешно защитившись, Наталья дальше продолжила, не опустила руки, не забыла свое образование, дальше продолжила искать возможности для открытия своего бизнеса. И вот сегодня мы уже на открытии. Мы очень горды тем, что выпускница нашей школы открыла, воплотила свою мечту. У семьи Зубко есть еще планы. Мы планируем дальше развивать наш дом. Муж написал бизнес-план по открытию ресторана национальной кухни при гостевом доме. То есть туристы, приезжая, хотят не только отдохнуть, но и вкусно покушать, а тем более познакомиться с особенностями национальной кухни. Туристов в Севериновку приглашают уже сейчас. В селе есть музей героя Советского Союза Петра Вершигоры. Вокруг холмы и леса. Деревенская благодать.